Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Yarn Today 2. Газуй или умри. Ну что же, у нас с вами новая машинка. Вы помните, я купил лишь вот себе вот такую броньку. И давайте, ребята, приступать к прохождению. Трасса для нас новая, поэтому я не знаю, чего тут будет и как тут все у нас будет. Так, ну, в принципе, начало вроде бы неплохое. Я вам могу сказать это точно. А, опять, ребята, бегут зомби. Да, две штуки. Хрен им, ничего у них не вышло. Не забываем, ребята, у меня сейчас ничего такого нету. Ни ускорения, ничего. Поэтому я, наверное, быстро здесь сломаюсь. Хотя мы довольно уверенно с вами едем. Бензин, наверное, у меня сейчас кончится, ребят, быстрее. Да, бензин закончился. Ну что же, отправляемся в гараж и посмотрим, что мы сможем с вами приобрести. Так, я могу купить себе двигатель. Так, и могу взять себе, кстати, ребята, колеса. Ну что же, неплохо мы прокачались для начала. И мы, ребят, с вами продолжаем. Поехали. Так, надо было нам, конечно, лучше взять, наверное, горючку, чтобы мы смогли с вами проехать чуть подальше и заработать чуть побольше денежек с вами. Ну да ладно. Вот они бегут, охламоны. Эть! Зацепились. Причем оба зацепились. Вот говнюки мелкие. Ладно, это все ерунда для нас. Тут сзади... Слушай, ну мне нравится вот этот вот этап на самом деле. Посмотрите, ребята, он довольно такой классненький, хорошенький, пригоженький. Вот кроме вот этих вот ящиков. Это... Опа! А это, ребята, что... Это что сейчас только что был за зомби-спортсмен? Вы видели, да? Он прыгнул сверху откуда-то и на мою машину, грубо говоря, приземлился. Так, ладно, давай-ка мы, наверное, с тобой купим на этот раз горючки. Нет, не надо. И вы заметили, что не дают... Ага, только хотел сказать про рекламу, и вот она тут как тут. Так, ну что, заработали маленечко мы с вами денег, поэтому давайте, наверное, еще докупим себе горючки. 318 миллионов, да? Что я могу? Да ничего абсолютно. Но зато у нас, ребята, бак теперь немножко больше. Я надеюсь, что мы проедем с вами дальше. Так, кстати, я только что заметил, что тут еще был зомби-строитель. Что-то мне вначале как-то он не кинулся в глаза, а сейчас я их раскрыл широко и увидел, что да, эти олухи здесь. Так, ладно. Ребят, пока все отлично. Бензина у нас нормуль, мы должны с вами проехать как можно дальше. Да, здесь нужна развесовка. Вот сейчас прыгнуть, нет? Вон он, ребят, бежит. Взорвался кедрень и фени, так ему и надо. Так, слишком много здесь этих полицейских. Даже я бы сказал, не полицейские, это какие-то вояки, зомби-вояки, которые цепляются к моей тачке. Без ускорения, ребят, немножко здесь, конечно, стремновато ехать. Вон они внизу, дураки бегут. Слушай, ну что, бензин закончился. Мы проехали немножко больше, чем нужно. И давай мы, наверное, все-таки возьмем ускорение себе маленечко, да? Еще одну. Больше не хватает ни на что, да? К сожалению. Получи, так, за 66 рублей. Там, офигеть, какие, ребята, суммы за 66 рублей. Купим, может быть, а, ребят? Давайте купим. А почему бы и нет? Всего 66 рублей, ну это копеечки. Нет, не будем мы ничего покупать, ребят. Нет, мы с вами будем играть своими силами. Будем сами зарабатывать. Иначе я просто сейчас бы апгрейдил свою машину. И, наверное, проехали бы мы с вами вообще буквально быстренько. А зачем нам быстренько, если мы любим с вами подавить вот этих никчемных зомбарей? Так, у меня же ускорение. Я же совсем забыл, ребят. Йоу, просто ты... Что же это происходит, ребята? Ну что же так... как говорится, что-то приобретаешь и сразу... Вот внизу, ребята, это не вариант. Не вариант ехать. Давай, выравнивайся. Понизу, мне кажется, как-то стремновато, если честно. Да ну, вообще проехал хуже некуда, по-моему, да, ребят? А тот спортсмен, который там прыгает, я вообще не знаю, для чего он нужен. Дурило, потому что... Давай немножко подгазанем с тобой. Ага, тут у нас такая вот... Нет, ребят, бензин закончился, и я даже до чекпоинта... Или проехал. Нет, ребят, даже не доехал. И получаем с вами 1 миллион или миллиард. Тут такие суммы непонятные. Давай, наверное, возьмем еще с вами. Так, мы можем даже купить коробку передач. Хватает? Нам хватает. Поехали. Они меня, ребят, соблазняют, чтобы я купил себе очень много денег. Купил себе очень много денег. Звучит как-то странно немножко, да? Для того, чтобы... Чтобы я мог апгрейдить свою машину, типа, да, и все здесь быстренько и легко прошел. Но я же не так, ребят. Я собираюсь, да, господи, мы просто, ребята. Нет, опять паршиво я проехал. Мне надо ехать, ребята, вот в данный момент именно поверху. Ой-ой-ой, у меня, по-моему, сейчас слетит броня. Да чтоб тебя, мы еще и подорвались с вами, да, я без передней брони.
Эти все цепляются ко мне. Так, здесь мы вот так делаем. Поехали, поехали, поехали. Так, тут подлетели. Мне бы, ребята, просто чекпоинт бы свой переплюнуть. Ускоритель у меня закончился и бензин. Ну, практически я остановился на той же самой точке, где и закончил в прошлый, позапрошлый даже раз. Слушай, без развесовки очень тяжело, на самом деле, мне здесь ехать. Вы, наверное, заметили, потому что, ну, слишком большая толпа зомбарей, я их просто не могу продавить. Да ладно, зомби, какие здесь, ребята, препятствия, вы увидите, да? Стоят у меня на пути. Так, давай вот так сделаем. Главное здесь не шпиндякнуться. Вот где мы с вами вниз падаем. Вот, отлично. Вот лучше поверху. Ну его нафиг там внизу, мне как-то не особо нравится. Да чтоб тебя на... Чего? 5 не хватает нам, а? Я не могу понять. Там причем спортсменов было несколько, оказывается. Там целая бригада спортсменов, которая вышла, видимо, с утречка на разминку. Это для того, чтобы пройти мне до первой бензоправки. Это что, нужно чуть ли не полмашины сразу проапгрейдить? Так, что ли, выходит? Вау, ничего себе, тут прикольно, ребята. Мне понравилось сейчас, как было выглядело все это. Давай-ка вот так вот. Совсем чуть-чуть осталось, ребят, до бензоправки. Что тут за приколы? Машина моя дымится, да? Не хватит мне, наверное... Опс, а как? Не понял я, ребят, вот сейчас, вот, честно говоря, юмора совсем не понял. Хм, ну давай я возьму себе горючки, так уж и быть. И все, да? Черт, ребят, мне приходится проезжать вот целый заезд для того, чтобы купить всего лишь себе какое-нибудь одно улучшение. Слишком жирно тут все это у нас становится. Вам не кажется? Да и отвалите вы, зомби несчастные, никчемные. Прицепились, присосались. Может быть, нам даже стоит, ребят, прикупить броню. Посмотрим сейчас, как у нас тут пройдет дело. Я понял свою, ребята, ошибку. Когда мы с вами падаем вниз, там желательно врубать ускорение, чтобы я вот по этим доскам, которые там были, смог... Зачем сейчас-то? Чтобы я смог по ним заехать, тогда все будет идеально. Вот что я могу сказать с точной уверенностью. Но, ребята, понимаете, не запомнишь, где и в каком именно месте надо все это активировать. Потому что сменяется картинка, сами видите, как очень быстро. Так, вот здесь вот. Нет, мы не здесь. А где же мы там встряли? А, вот здесь вот, 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 вот. Ну, вот, отлично. Так, ускоряюсь. Ёпрсте. Ну, давай, 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 давай. Бензоправка, бензин, блин, кончился. На ускорение доедем? Да, ребята, я доехал. Я доехал до самого первого нашего чекпоинта. Моя машина дымится. Но все-таки. Так, давай теперь посмотрим. Ребят, как-то у нас странно, почему мы не могли вот так вот с вами ехать? Нет, вот нам надо вот, вот, вот такими вот загогулинами все время, да, и ехать. Ну что, я, наверное, куплю еще бензина, ребята, еще куплю бензина. И все. То есть, два раза улучшил себе бензобак. Давай посмотрим, ребята, опять же, лока новая. Понял. Оу! Ничего себе тут! Ядрить тебе! Ядрить тебя на... Посмотри! Вы издеваетесь, что ли? Блин, офигеть. Конечно, круто все. Пошел ты, знаешь, куда. Ага, не тут-то было. Давай, машиночка моя, на газовой. По полной программе. Так. Что? Ага. Можно было, кстати, наверх как-то, да, запрыгнуть. Ну, ребят, трасса новая для меня. Я не знаю, что, чего здесь ожидать. Я чуть вниз было не упал. Но у меня получилось. Смотрите, движок у меня торчит наружу. И я херачу в стужу. Да давай ты ускоряйся. Слишком много... Опа! Спортсмены, да, вот они что делают. Они просто так же, как и те же самые вояки, цепляются к нашей машине и просто ее начинают притормаживать. Слушай, ребят, смотрите, как я далеко доехал. Это первый мой заезд, ребят. Бензин закончился, но я попробую еще чуть-чуть, да, на ускорение. Смотрите, как я классненько проехал. Большее расстояние вообще. Так, ну что ж, тогда нам нужно с вами что сделать. Если мы, давайте, наверное, двигатель с вами улучшим, да. И коробку, нет. Нет, коробка передач. Я хотел вначале ускоритель купить, но думаю, что коробка нам здесь больше понадобится. Потому что у нас будет оставаться с вами... А, да-да-да. Да как ты... Не пойму, тогда нормально было, сейчас не очень хорошо получилось. Сейчас опять, ребята, мы... Да-да-да, врежемся. И еще... То есть три раза... Да, тут нужна броня, вы посмотрите на мою машину, ребята. Прикол. Вау. Че? Ускоритель утерян. Ребята, я просто супер байкер, ё-моё. Это что такое, а? Как так можно ехать?
тихо, не надо переворачиваться. Причем мы даже с вами дымимся, и тут уже нам вниз суждено упасть. Слушай, а по низу, по-моему, даже, хотел сказать, лучше ехать. Вы посмотрите, я в первый раз, ребята, убиваю тачку именно вот до такой степени. Что? Что? А, мы с вами перевернулись, я понял. Ну, давай попробуем. Еще и полицейский тут, ой, вояка ко мне прицепился. Ты-дыщ, нифига себе. Ладно, ну, проезжаем. Эть, без ускорителя, ребята, очень туго. Она просто у меня не поднимается, машина моя. Так. Замечательно. Все, слишком медленно, естественно, ребят, я не доехал. Но на одном колесе все-таки все равно, ребята, отличное расстояние проехали с вами. Так, я покупаю, опять же, двигатель. Денег мало, о, нам везет сегодня, давайте. Так, ну что, давайте еще тогда что-нибудь купим себе. Можно, в принципе, коробку передач приобрести. И все, да? Да, ребята, и все. Давайте посмотрим, насколько мы с вами дальше продвинемся. Так, здесь можно не ускоряться, в принципе, ребят. О, главное, чтобы моя машина вообще не перевернулась здесь. Так, следующее, да, у нас падение. Может быть, конечно, броню стоит купить, потому что, ну, вы сами видите, моя машина просто разбивается в хлам об эти стены. Так, ладно. Неплохое у нас начало, ребята, неплохое. Всех мы этих зомбарей даем. Можно немножко даже вот так вот под ускорением. Давай. Зачем ты меня подвел? Рычик, зачем? Эх, блин, не это я хотел. Не это, я хотел туда, если честно говорю, залететь. Так, ну смотри, довольно неплохо. Мне бы побить свой тот прежний чекпоинт, потому что, ну, ребят, ну нужно денег зарабатывать нам. Что мы тут с вами без денег? Ничего не сделать не сможем, абсолютно. Так, взлетаем. Где-то вот здесь, по-моему, да, ребят? Вот, это контрольная точка. Прошлая моя, я ее побил. Отлично, значит, денег уже будет больше. А вот здесь надо ускоряться. Оу, щет, это что так? А почему так? Почему она полетела, ребята, назад, а не вперед? Я вот этого не понял, если честно. Обалдеть тут, конечно. Тут трюки такие нужно вытворять, что мама не горюй. Так. Все, у меня двигатель сломался, оказывается. Вот оно, в чем проблема. Ну что же, тогда, ребята, напрашивается, конечно же, все само за себя. Нам нужна броня и нам нужен ускоритель. Я должен пройти во что бы то ни стало этот чертов уровень, ребята. Понимаете? И мы его пройдем. Не имеет значения, быстро или долго, но мы его с вами осилим сегодня. Эй, машина, не надо так делать. Мне вот что нравится в этой игре, динамичный вот этот вот драйв, а еще, до чего же тут классная музыка играет. Прям вот, ребята, в тему, если честно. Понимаете? Там еще, вы, кстати, заметили, что там был зомби-ребенок? Или мне показалось? Они тут непонятные. То дохленькие какие-то, то мощненькие. Так, вот здесь надо ускоряться нам. Да, вот это вот желательно пробить как можно быстрее. Тут тоже ускоримся чуть-чуть. Опять, ребята, у меня вся броня отлетела. Я без брони. Так, надо вот запомнить, что когда будет второй выход из туннеля, нам нужно, ребята, на ускорение ехать. Так, ну я думаю, что чекпоинт я, наверное, все-таки... Во! Черт подери! Лопухнулся! Ладно. Ничего не поделаешь. Так, машина, давай, не дуркуй, пожалуйста. Без брони, без всего, тихо. Но я еду. Я продолжаю, ребята, ехать. По-моему, сейчас у меня двигатель вскипит. Какой вскипит? Он взорвется. И ускорение закончилось. Что-то как-то не то, ребята. Мы с вами просто на одной точке зависли, и я думаю, что здесь нам поможет горючее. Поехали. Слушай, и развесовку, наверное, нам нужно еще приобрести, мне кажется, здесь. Она нам очень здесь поможет. Развесовка, если кто не помнит или не знает, ребята, это такая штука, которая нам помогает продвигаться через препятствия. То есть через зомби, через всякие коробки, ящики, доски. В общем, вся ерунда, которая встает у нас на пути. Ага. Отлично, давай так вот. И главное, чтобы нам поменьше, ребята, вот врезаться вот в такую ерунду, понимаете? Мы когда врезаемся, мало того, что мы себе броню портим, но и замедляемся в скорости. А это не есть хорошо. И вот этот зомби прицепился, который ко мне. Смотри, что? Спортсмен, блин. Просто его в хлам разнесло. Зацепился к тачке, к моей, дурила. Так, газуем, ребят, газуем. Слушай, может быть, у нас получится с вами чекпоинта наш побить или нет. Если получится, ребят, то останется лишь докупить горючки нам с вами. Так, вот здесь надо ускоряться. Вау, классно сейчас было. У меня что? А,
Ага, ускоритель, ребята, у меня очень быстро заканчивается. Вот оно что. И поэтому я не могу ничего дальше сделать без него, сами понимаете. Вон, смотрите, еду как червяк навозный. Но чекпоинт наш побит. То есть это у нас новая, ребята, отметка. Прикиньте, я сейчас еще заеду. Нет, вряд ли. Бензин закончился. Слушай, ну остается совсем немножко до того, чтобы мы с вами смогли туда пробраться. Может быть, нам поможет в этом деле ускоритель. Как раз два ускорителя и хватит, надеюсь, для того, чтобы мы могли с вами туда продвинуться дальше. Ну, я на это надеюсь, ребята. Я в это верю. Так, здесь у нас пока все хорошо. Блин, я забыл, что третий раз у нас тут будет препятствие. Когда мы летим, естественно, там, ребята, лучше на... ну, на этот, на педаль не нажимать, потому что это свободное падение. Как бы особо нам не нужно тратить, да, энергию. Да чтоб тебе, я все время, ну блин, все время врезаюсь вот. Да ё-моё, не это я хотел совсем. Все, выбился, ребята, я из колеи, по-моему. Про разрисовку говорил, а сам ее не купил. Вот дурила. Ладно, хорошо. Это все еще пока, ребят, терпимо. Пока все терпимо и все нормально у нас идет. Пролетаем с вами дичайшие просто-напросто. Вот, вот здесь надо. Да ладно. Твою же маковку, ну что такое? Ну почему, как в тот раз, ребята, не получилось у меня? Опять машина моя дымится, горится. И сейчас взорвется, скорее всего. У нас с вами, как всегда, чего-нибудь да не хватит. Да? Слушай, я возле чекпоинта, ребят. У меня есть еще совсем-совсем немножечко ускорения. Буквально чуть-чуть. Оу, а как? Погоди, а как я там... Слушай, ну вот, вот это я считаю, ребят, несправедливо. Ты упираешься в какую-то ерунду, и ты ничего абсолютно не можешь сделать. Это бред полный. Так, ладно, давай купим себе коробку передач. Ну что, развесовка и коробка передач, ну, надеюсь, что хоть сейчас поможет. Хотя, на самом деле, мне нужно было, ребят, покупать, конечно же, горючку. Потому что у нас тут все от горючки зависит. Хотя у нас вот от всего зависит. И от брони, и от нашего горючего. От всего абсолютно. Так. Дай-ка я ускорюсь маленечко, да? Так, тихо, тихо, давим. Вот здесь, по-моему, да? Нет. Вот, вот здесь мы врезались с вами обычно. Так, пока все хорошо. Все очень даже отлично. Лучше поверху, мне кажется, всегда ездить. Да чтоб тебя. Твою же маковку, ребята. Вот это я сам... сам лопухнулся. Почему-то ее отталкивает назад. Я не знаю, в чем проблема. Спортсмен, отвали от меня, пожалуйста. Ты мне там... нервируешь ты меня. Так, ладно. Совсем капельку нам не хватает для того, чтобы мы доехали с вами до второго чекпоинта. Ну, на этот раз, по-моему, я еду намного хуже, чем прошлый. Ладно, хорошо, не будем заезжать. И вот здесь сюда, ребят, по-моему, у нас с вами проблема. Да, вот она была. Та самая проблемочка, с которой я в тот раз столкнулся. Блин, у меня очень быстро, ребят, закончился ускоритель и очень слабое сцепление с землей. Поэтому нужно, наверное, докупить еще нам колеса, чтобы я мог подниматься в горку намного лучше. Зомби, отвалите от меня. Так, чекпоинт, ребята, побит. Доеду, интересно, я должен доехать. Хоть бы доехал. Нет, совсем чуть-чуть не хватило мне, ребят. Буквально там одного плевка, чтобы долететь. Так, денег. Денег вообще ни на что не хватает. Все слишком, ребята, дорого здесь стоит в последнее время. С каждым этапом все дороже и дороже и дороже. Ладно. Будем с вами стараться проходить все равно. В любом случае. Бедную мою машину мотыляет, как, я не знаю, как бабочку во время шторма. Ничего другого в голову просто не пришло мне. Давай. О, отлично. Классно, ребята, мы едем. Блин, да чтоб тебе, а? Ну как же так? Ать, я же хотел, ребят, туда наверх. Мне по верху почему-то больше нравится ехать. Внизу как-то, ну, стрёмно на самом деле. Так, хорошо, отлично. Зомби, отвали. Хотя, знаете, ребята, это опять же не факт. Может быть и понизу нормально ехать. Главное, чтобы эту трассу просто знать. А у меня никак не получается ее запомнить. Понимаете, вообще... Вот я вспомнил, да поздно, что здесь нужно на ускорение наверх подниматься. Зато я помню, что вот здесь нужно вот так вот делать, чтобы мы с вами не попали опять в этот просак. Эй, машина! Что с ней не так? Что она так чудит у меня?
Ребят, вот, честно говоря, вот эта вот машина, на самом деле, она как-то, она вроде бы должна быть лучше, но по управлению, да, по своему, она как-то хилее, дреблее, что ли. Не знаю, как это еще назвать. Но дойдем мы с вами, или моя машина, блин, все-таки здесь взорвется к ядрень фене. У меня есть, ребята, немножечко еще ускорение, совсем капельку. Я думаю, что мне хватит вот здесь дожать. И да, да-да-да, именно этого я и хотел сделать. Фух, ну что же, мы с вами прибыли на второй наш чекпоинт. Дайте мне, пожалуйста, денег. Мне нужны, ребята, деньги, чтобы купить себе как можно больше всего. Ну что, докупаем тогда, наверное, мы с вами горючку. Полностью, конечно, не получилось. Ну да ладно, и поехали, ребята. Очередной заезд, день 167 у нас. Опс, понял. Фига тут, ребята, они... Да хорош, так, такие усложнения-то мне делать. Так, посмотрим, что у нас тут. Одни трубы, 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 везде трубы одни. Какие-то тоннели, всякая ерунда. Давай так сделаем. О, здесь я понял. Даже бочка не взорвалась, это очень странно было, на самом деле. Почему она не взорвалась? Так. Ребят, периодически нажимаю на ускорение, чтобы вот это вот все препятствия, как, ну, более-менее попроще нам проезжать. Так, иди отсюда, вояка, прицепился. Слушай, ну и... Опа, опа, а там был какой-то другой вариант? Нет? Я не понял. Хорошо. Ё-моё, опять какие-то тоннели, все в тоннелях. Выехали мы с вами. У меня ускоритель уже закончился. Я понял. Теперь будем... Вот смотри, а, вот всякая говнюха хочет прицепиться к моей тачке, да? И не дать мне нормально на ней ехать. Отлично, тут прошли. Ребят, почти половину пути я преодолел на одной заходке только лишь. У меня закончился бензин. И, как понимаете, ускорителя у меня тоже нету. Так, ну что же, давай посмотрим, сколько у нас. 4 ляма, да? Давай докупим с вами последние горючие. Воу, мне еще и везет. Так, ну что, мне отслюнявили еще денежек, да? Давайте, наверное, мы с вами приобретем здесь... Так, это максимум горючка у нас, да? Давай тогда мы, наверное, все-таки купим движок себе и колеса. Да. Я надеюсь, что сейчас мы еще дальше с вами проедем. Переплюнем наш чекпоинт. Так. Блин, вот здесь, ребят, ну никак нельзя не применять ускорение. Если только падать вниз. А там можно, наверное, еще и застрять. Нам это нужно? Конечно же, нет. Поэтому лучше нам потратить ускорение. Кстати, надо будет приобрести еще, наверное, пару пунктов, да? Для того, чтобы у нас... был про запас. Блин, трасса такая просто. У меня, ребят, в глазах аж все мельтешит. Серьезно вам говорю. Так, хорошо, фиг с ним, ребята. Пробиваемся. А-а-а! Да почему так? Все, ребят, в следующий раз я докупаю развесовку. Надоели мне вот эти вот всякие ящики и всякая ерунда, которая меня просто-напросто мешает проезжать. И за что мне пишут вот это вот? Отлично, за то, что я здесь подбиваю вот эти вот всякие штуки-дрюки, да? Так им можно понять это. Ладно, потом мы с вами все это определим. Сейчас надо ехать. Жух. Броню нужно докупить еще. Да тут все нужно докупать, по большому счету. Без этого никуда. Ускоритель закончился, но у меня еще есть горючее, поэтому мы с вами едем. Чекпоинт мы переплюнули с вами. Ну, не знаю, насколько много нам еще удастся проехать. Господи, что за трасса-то такая, а? Оу, и броня нам нужна, потому что мне что-то слишком быстро как-то машина ломается, если честно. Смотри-ка, ребят, мы с вами довольно неплохо едем. Бензин закончился. В общем, тут нужно полностью докупать нам ускорение, потому что, как вы знаете, бензин у меня прокачан по полной программе, да? Ну что, я хотел развесовку себе докупить. И, ага, вот, еще ускоритель. Ускоритель нужно, ребята, тоже полностью нам закупить, если мы хотим с вами, ну, довольно неплохо стартовать и... проезжать те расстояния. Давай, 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 давай. Машина, не тупи, пожалуйста. Едь нормально. Давай вот этого. А я его, по-моему, поджарил, да, сейчас, ребят? Когда включил на турбину, его просто зажарило. Или мне показалось. Или мне, может, так захотелось, чтобы было. А что, прикольно, ты включаешь эту турбину, его сзади огнем так. Блин. Ну ведь купил же развесовку. Но, ну что ты. Ну что же ты, я думал, будет намного лучше, ребят. Но никакого эффекта я хорошего здесь не вижу. Просто, понимаете, не вижу и все. Ладно, в следующий раз мы с вами докупим, наверное, броню. Так, стой, 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 тачка, не надо. Блин, все, рассыпалась моя машинка. Рассыпалась моя старушка. Так.
спортсмен, отвали, он все равно цепляется ко мне. Может быть, тут еще вот надо как можно, чтобы меньше к тебе вот этих вот олухов прицеплялось, да? Ты же пробежал, как ты умудрился зацепиться, а? Так, тихо. Хотел схитрить, ребят. Хотел в туннель в этот заехать, но не получилось. Ладно. Почти, ребята. Так, блин, да как ты быстро заканчиваешься, а, ускоритель? В чем проблема-то, не могу понять. Я вроде не так и часто тебя употребляю, и все равно ты заканчиваешься. И все равно не вовремя, да? Вау, ты посмотри на мою машину, ребят. Посмотри, едет он. Спортсмен. Промахнулся, одна только рука, причем эта рука зацепилась за меня, по ходу дела. Бензин закончился. Ясно. В общем, нам здесь нужно прапывать полностью нашу машину, ребят. По-другому, ну никак. Давай я докуплю здесь, наверное, броню себе. А, у меня еще деньги есть, хорошо. Давай возьмем тогда с вами коробку передач. Все, ребята, вот такая вот у меня машина, вся бронированная. Не знаю, насколько нам это поможет. По крайней мере, от бочек, от взрывных она меня точно здесь защитит. И... да отвали ты! Нет, ребята, нельзя его поджарить турбиной. Я только что посмотрел. О! А вот ускоритель нам все-таки надо будет докупать. Как ни крути, ребят. Так. Все отлично у нас пока идет. Пока все идет вообще великолепно. Вот эти вот штуки... да ну... да чтоб тебе, ну машина. Наверное, ребят, она из-за брони стала тяжелее и стала себя вести намного хуже. А тут вот никак, да, я так понимаю, не проехать. Там слишком быстро меняется картинка, я даже не успеваю. Есть ли там какой-то входик или проходик, чтобы я смог туда залететь? Смотрите, броня осталась только у меня на самой машине, а передок... все, нет у нас больше брони, можно про нее забыть. Спортсмены достали в хлам просто-напросто. В следующий раз, наверное, мы с вами будем приобретать... машина, не тупи. Мы будем с вами приобретать ускорение. Надо будет прокачивать именно его. Как-то, ну, не получается, ребят. Да ёпрсете. Я его слишком много здесь трачу. И, как видите, у меня его практически уже не осталось. Там буквально на один пшик. И чекпоинт я, наверное, не проеду. Хотя, знаете что, если у нас будет еще с вами пулемет против зомби, да? То будет довольно неплохо. Так, чекпоинт я свой сейчас уже переплюну. Я его уже сделал, ребят. Опа! Вот это сейчас была подстава на самом деле. Ну что, давайте брать ускоритель. Че, получается... все, ребята, я полностью закупил ускоритель. Теперь что остается лишь? Коробка передач. Коробка передач, движок. Плюс колеса. Не знаю, от колес будет какой-нибудь толк. Сцепление должно быть лучше, соответственно, я должен вот здесь вот проезжать намного эффективнее. А был бы еще у меня пулемет, эти бы зомби тут вообще бы для меня ничего не значили бы. Так, хорошо. Куда ты? Ну ладно, давай сюда наверх. Раз ты желаешь туда заехать. Хотя, мне кажется, это не очень хороший вариант. Ё-моё. Как же он быстро тут тратится, а, ребят, вот серьезно говорю, ускоритель очень быстро здесь у нас тратится, практически моментально. Несмотря на то, что я его весь купил. Куплена у нас вся броня, у нас недокуплены только, ребят, с вами колеса, движок, коробка передач. Хотя коробка передач и движок — это тоже немаловажная составляющая нашей тачки, потому что это скорость, а скорость — это все. Скорость — это быстрее мы сможем доезжать до определенных точек, ну и, соответственно... проходить вообще эту игру. Зомби, отвали. В данный момент я просто лечу как птичка. Мне это очень нравится, мне это очень заводит, ребята. Вообще классно, обожаю, когда зомби вот так вот взлетают в воздухе и их разрывает в хлам. Так, но до чекпоинта я до своего еще пока не доехал. Еще ехать и ехать до него, если честно. И ускоритель у меня еще, ребята, практически половина. Так что давайте смотреть. Бензин, вот единственное, что я смотрю на этот... на количество ее, он просто на глазах, ребята, тает. Я даже не знаю, хватит ли у меня побить наш чекпоинт. Очень быстро заканчивается, очень, ребята, быстро. Так, ладно, предположим. Ну что, чекпоинт мы... кстати, вы помните, да, в прошлый раз именно здесь я и проиграл. Побил я этот чекпоинт свой. Так, вояк, отвали. Бензин закончился, блин, да что ж такое-то. Не хватает совсем, ребят, чуть-чуть нам проехать, чтобы пройти этот этап.
Ну, тогда давайте уж докупим с вами коробочку передач. Точнее, это движок, коробка передач, вот она. И давайте купим с вами, ну, пулеметик. Сколько там у нас патронов? Всего 13. Ладно. Слушай, ну посмотрите. Ё-моё, хотел сказать, намного лучше мы проходим. Конечно, лучше. Нет, ну все-таки лучше. Пулемет, он как-то, ребята, их сбивает. И они нам просто больше не мешают, эти зомби. Соответственно, мы с вами довольно быстро и лихо проходим. Так, ладно. Давай, бомбим всех. А если бы у меня был пулемет полностью бы куплен, он, наверное, только бы сейчас закончился бы у нас. Судя по всему. Так, что мы с вами в следующий раз, ребят, будем приобретать? Наверное, колеса. Нет, мы с вами докачаем коробку передач полностью, да, чтобы у нас вот, движок полностью прокачан. Коробку передач. Можно будет еще вместо пулемета прокачать колеса. А на самом деле, мне кажется, я не пройду этот этап, если не проапгрейджу машину свою вообще полностью. Если она у меня будет полностью, ну, проапана, то, возможно, шанс будет еще. А так, ну, не получится ничего у нас. Зачем ты, Рэй, врубил тут ускорение? Хотя ведь можно же... Пулемет у меня отвалился, а он мне не нужен, потому что у меня нет патронов в нем. Так, хорошо, тихо, здесь не тупим. Совсем, ребята, чуть-чуть. Ну, трасса сама по себе, мне кажется, довольно легкая. Вам так не кажется, ребят? Ничего здесь такого уже нету стрёмного, страшного, кроме вот таких вот приколов, на которых мы с вами подлавливаемся. И единственный еще прикол, это где-то у нас, ребята, в туннеле будет, да? Там еще так сделано хитро. То есть небольшой такой выступ. Вот здесь вот, нет, не здесь. А, вот, здесь, да, именно здесь. Так, машина, давай, вставай, переворачивайся, отлично. Мне нужно пройти свой чекпоинт. Да отвалите вы все. Так, опять, ребята, два подкола, да, значит, получается здесь. Ладно, чекпоинт побит. Спортсмен бежит сзади. Бежит, фиг тебе. Твою ж налево. Ну, вы поняли, да, в чем прикол, ребят? Если мы не наезжаем на с вами на досочки, на эти, да, мы просто вот так вот с вами заканчиваем. У меня еще ускорение, которое что-то срабатывает почему-то, ребята, через раз. Ты посмотри, сколько нам всего лишь остается для того, чтобы пройти этот уровень. Вообще крополя. Поэтому давайте мы с вами вот так вот докупим деньги. Спасибо вам большое, они мне нужны. Так, ну что, друзья мои, давайте, наверное, мы с вами докупим колеса уже полностью, да? И пулемет. Сколько мне хватит? Буквально чуть-чуть не хватило, чтобы... Так, а у меня получается все, ребята. Полностью будет сейчас вот со следующей заходки машина проапгрейджена по полной программе. Так что все шансы у нас либо сейчас, либо потом пройти. Давай так сделаем. Будем, ребята, помаленечку использовать с вами ускоритель именно вот на таких моментах, где нужно где-то подпрыгнуть или еще что-нибудь сделать, чтобы как можно быстрее пройти эти все препятствия. Так. Ну, сейчас вот мне намного больше нравится, как мы с вами идем. Ну, вот так вот не надо было делать. Давай. Каждую херню ловим своей машиной, ребят. Так, тихо, вот здесь вот я помню. Просто ломаем. Поехали. Взлетаем. О, нет. Господи, ребят, вот это была ошибка роковая. Просто роковая ошибка была. Врезался, потерял, соответственно, в скорости. Вообще во всем. Да ну хорош ты уже. Блин, получится, нет? Что-то мне кажется, машина слишком, ребята, слишком раздолбана. Да перевернись ты уже в конце-то концов, слишком медленно. Я знаю, что слишком медленно. Ну вот, ну все, ребят. Это трындец. Мы очень много потеряли с вами сил в данный момент. Вообще. Моя машина в хламину, а я проеду как не знаю кто. Всех своей тачкой ловим, всех подбиваем. Головы впереди зомбаревские летят. А нам на это по барабану. Так. Слушай, вдруг получится, сомневаюсь. Ну неужели мы здесь с вами прошли хорошо? И здесь прошли хорошо? Ну это вообще замечательно. Так. Ребята, смотрите, что у нас происходит. У нас есть совсем маленечко ускорение. Совсем маленько. Чекпоинт бы мне свой просто переплюнуть. Кстати, мы...
Сейчас должны его переплюнуть. Вот, ребята, чекпоинт я переплюнул. И давайте поднажмем. Давайте поднажмем, потому что здесь уже... здесь уже финиш. Фу, знаете, вот все... Оу, какая-то инкассаторская машина вроде бы. Пройти уровень 7. 1000 экспы. Спасибо большое. Так, ну что же, ребята, мы с вами продвинулись еще маленечко. И мне дают вот такой вот фургончик. Фургончик. Действительно, как инкассаторская машина. Или, знаете, вот как СВАТ, группа захвата, ездит. Вот что-то похожее. Так, а смотрите, у нас тут еще будет, это, я так понимаю, пожарная, нет? Непонятно, какой-то автобус. И я хочу вот на этом БелАЗе покататься. Ну что, ребята, давайте, наверное, будем на этом и закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. Мы обязательно увидимся с вами в следующей серии. Будем тестить эту тачку, смотреть новые трассы и давить зомбарей, чтобы выжить. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.